Привет всем, кто смотрит этот бэкстейдж. У нас сегодня необычное включение. Мы давно уже хотели сделать какой-то бэкстейдж и выложить его на Ютубе, чтобы большее количество наших зрителей смогли проникнуть за кулисы проекта «Грядут приключения» и увидеть немножко того, что остается за кадром стримов, и посмотреть, как мы готовимся к играм и что мы для этого делаем. Привет, Ютуб! Я подумала то, что бэкстейдж Бастиона — это прекрасная возможность, потому что у нас как раз там был очень интересный для меня лично опыт создания художественного оформления. Конечно же, потому что это первый мастеринг моего корешка Юры на Мягкого Парта. Важный волнительный этап в мире нашего проекта, в мире всего НРИ-сообщества. Нет, это надо вырезать, иначе камней не оберемся. Бастион — это первая игра Юры, где он был мастером. Многие хотели обладать Бастионом, но бросившие ему вызов больше никогда не возвращались в родные места. Это было одно из пяти таинственных магических чудес света. Великий и могучий Бастион. Мы всегда пытаемся и стремимся подготовиться к игре как-то необычно, чем-то вас удивить. Как это обычно происходит? Мастер игры заранее говорит, какое оформление он хотел бы видеть. Мы пытаемся придумать какую-то новую рамку, что-то изменить, чтобы оформление игры отличалось от предыдущих игр, от других форматов, и сделать оформление художественное таким, чтобы оно подчеркивало атмосферу всего происходящего. Когда Юра мне описал то, каким он видит оформление Бастиона, я подумала, что это прекрасная возможность задействовать другого художника и реализовать эту идею каким-то иным способом. Мне в голову пришла мысль, что было бы очень круто на площадке стриминговой, на площадке абсолютного интернет-существования использовать не диджитал-подход, а настоящий такой классический рисунок, traditional art, все дела, и быть обрамленными тем, что нарисовано на настоящей бумаге, красочками, которые можно потрогать. И до этого у нас были штуки, нарисованные живым материалом, и в заставке кампании это есть, и в заставке сказок Полуденного Королевства тоже это уже было. Но поскольку я не обладаю знаниями и умениями классического рисунка и чего-то такого более монументального, я подумала, что это именно тот час. Не подойдет никто лучше и больше, чем чудесная наша прекрасная Саша, Сашита, Саньковкина. Да-да, Саша, не стесняйся, не преуменьшай свои умения и навыки. Учишься не зря. Я ничего особо не знала про Бастион и про то, что нам там предстоит встретить. Хотя сейчас-то, конечно, уже Диана из будущего знает и уже все прошло. Бегущие от правосудия невиновные и виновные, отчаянные безумцы, художники и вольнодумцы, настоящие друзья. Тогда у меня был только, по-моему, от Юры образ вот этой вот стены и неприступной крепости, и какие-то его моментики, которые он хотел включить, добавить в рамку, то есть это камень и шестеренки. Поскольку я до этого уже видела то, что Саша много очень рисует, используя бумагу и краски, я решила дерзнуть, рискнуть и спросить у Саши, у Сашита, у Саньковкиной, сможет ли она и хочет ли она поучаствовать в создании оформления для Бастиона. А для меня это было на тот момент очень важно и серьезно, потому что корешок идет в дело, все должно быть круто и душевно, главное душевно. Я почувствовала, что Саша, она душевный человек, и эта задача именно для нее. И так сошли звезды, что все получилось. Вот это вот элементы, которые присылала мне Саша, нарисованные на серьезной бумаге, серьезными красками, серьезными лапками, чтобы я потом это соединила и составила в рамки. Вот сейчас тоже будет видео о том, как уже соединяю это, составляю из этого рамку, подставляю элементы и пытаюсь понять, как это лучше бы выглядело и чтобы хорошо соединялось с картинкой, которая будет у нас на камерах. Примерное есть представление того, какие цвета и фоны на тот момент у нас не было, особо никакого ассортимента. Сейчас уже ассортимент наших фоновых
тканей увеличился благодаря Василевсу, который активно поддерживал нас на крафтах, и, конечно же, людям на Бусти, которые каждый месяц вносят вклад в наш проект. Это все вы видите своими глазами потом на играх, на стримах. Спасибо вам большое за ваше вложение. Вы меняете картинку игр и добавляете нам возможность подстраивать оформление под представление мастеров, которые делают, создают новые форматы, и у нас уже есть не одна ткань и один вид цвета, а какой-то выбор и возможности менять и крутить, делать не только разные рамочки, рисовать оформление, но и создавать из этого композицию. А дальше в Бастион уже в процессе меняет свои показатели благодаря большому разрыву, который случился между играми. Там уже Юра в последующих играх мог давать мне задания, и чтобы я меняла фоны, то у нас там все белое, все двигается и все меняется в соответствии с историей. Это прекрасно. И мне очень нравится этот момент, когда игрок, еще не играя за персонажа, еще не пройдя с ним какую-то историю, какой-то путь, пытается свое видение этого образа, этого героя изложить в словах и референсах, что кажется ему похожим на то, каким, как он мог бы выглядеть и как он существует, что в его внешности отражает какие-то детали его характера и уже прожитой жизни. И потом это пропускается через видение художника и его восприятие этой информации. И даже в этом соединении происходит небольшая такая магия и коллаборация, слияние двух миров, двух восприятий разных людей, и это очень интересно. Еще до того, как персонаж заживет, до того, как его увидит зритель, человек уже со своим восприятием, и до того, как это пойдет дальше, дальше, дальше через множество людей. Большие армии обладают авангардом, резервом и арьергардом. Наша армия не такая большая, как хотелось бы. Согласен, у нас нет армии, мы отряд. Могу его увеличить. Его? Не надо. Нет, наш отряд. Дети, минуя вас, смотря на вас по очереди, но не особо обращая на вас внимания, пробегают к медведю, начинают его разрисовывать мелками. Мишка! Курагор, когда дети подбегают к ним с медведицей, он гладит Ричку по голове и говорит: «О, моя милая, сейчас тебя немножко подкрасят». Сейчас вы увидите, как Юра психует и катается по полу перед стримом, потому что понимает, что ничего не успел подготовить. Как я его понимаю. Приятного просмотра. Make it cream, make me scream, out in public, make a scene. I don't cook, I don't clean, but let me tell you, I got this ring. Gobble me, swallow me, drip down inside of me, quit. Jump out for you, let it get inside of me. I tell them where to put it, never tell them where I'm about to be. I run down on them before I have a nigga running me. Talk your shit. Какой ты диковинный зверек. Мне мистер Динди написал. Юра, удачи завтра. Я буду рядом. Если что, смотри на левое плечо, а я маленький эльф. Мистер Динди. Чуть блевать охота. Спрятала на аудиодорожке таймер вам звуки всяких созданий. Чтобы внезапно вам на таймере шипели змеи. И рычали кто-то еще, не знаю. Ящерицы, может, какие-то. Львиверны.
Три часа ночи. Завтра Юрин стрим. Игра. Завтра Юрина игра. А у меня персонаж не готов. Зато оформление будет. Настроение. Нормально. А почему не заебатый? Ну потому что я еще не начал драться своим копьем огромным. Длиннющим. Настроение у горбатого заебатое, заебатое. А есть полная моя картинка? По пояс. Там все по пояс. А что, с тебя по мне сделали? Нет, я просто в Инстаграме вот так вот только кусок. А, да-да-да, я специально могу показать? Занята? Да, я занята. Занимайся. Я могу дать просто телефон, ты глянешь. А ты что происходит? Что происходит? Мы готовимся к невероятному ваншоту от Юрия. И уже скоро начнется лютый замес в Бастионе. Мы будем огребать. Точнее, все будут огребать, я буду раздавать. Вот. Кирюляндров. Господи, блядь. А что с вашим другом? Он мастер первый раз в жизни. Я не буду пущу, блядь. Твою мать. Бастионовый рейд! Диджей Бастион! Все, нет времени на глупости, Юра, блядь! У тебя было 2 недели! Обезьяночка. Не забудь свой этот. А ты чё туда сел? Прилип. Вера? Привет. Алиса, Вера пришла. Привет, Вера. Давно не виделись. Поскорее бы пойти с тобой на концерт Оксимирона и ужраться там в саду. Первые пару мгновений четко уверенный, что хочет назвать свое новое оружие Лазарем, мотает головой, отгоняя эту мысль. Магнус поступается на какую-то странную конструкцию и хмуро хлопает его плечо, отслеживая устойчивость Голиаф после непростого ритуала. Но тот стоит ровно, и мастер кивает самому себе. Вот и все, варвар, теперь ты точно справишься с тем, для чего ты понадобился королю. Не сомневаюсь, Магнус, мне кажется, все-таки прекрасно свое творение. Не поддавайся. Не спеши. Сложно будет. Дай игрокам комнату, в которой нихуя нет. И сразу выйдешь, игра пойдет. Просто вы заходите в пустую комнату, за вами закрывается дверь, и она заперта. Все.
И думай спокойно, что делать дальше. Долбёр. Чё-то сами в шоке, сколько их там находится. А у меня сегодня другой сопартиец. Э, матерь, можно? Все, я умер. Я умер и воскрес. Добрый вечер, дорогие наши зрители. Это канал Грядут Приключения, где пятеро друзей играют в ДНД пятой редакции. Это игра про веселье, развлечения, приключения, смерти, жизни и все остальное. В общем, сегодня я сижу не на своем месте, как это неожиданно для меня самого. Вот, что я могу сказать? Сегодня играют с нами вместе я. О, боже мой. Кажется, все отлично. Нет, у тебя охуенные слова на заплату. Genius! Юлечка, ты просто замечательный. Ты молодец. Я правда так думаю. Да ты же знаешь, что ты молодец! Как есть хорошо, очень молодец, хорошо. Нет, молодец. У тебя вообще. Не расслабляйся, что придется заключение. Просто блеск.